Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сейчас мы с вами находимся на улице Урожайной, 17, где у нас застройка ведется из 6 домов, 4 из которых уже продано и остались свободные продажи вот в этих 2 прекрасных дома по 130 квадратных метров. Они будут полностью у нас готовы, в чистовой уже отделке, фактурное нанесение будет с фасада. Поэтому, если вам интересен этот наш вариант, вы можете звонить нам в отдел продаж. Также мы хотим сегодня еще вам показать еще 3 застройки. Это на улице Механизаторов, на улице Мира 122 и на улице Восточной 31. Будьте с нами, досмотрите этот ролик до конца, и вы увидите все объекты, которые мы уже сегодня стали возводить в строительство. В дома на улице Урожайной 17 будут подведены следующие коммуникации. Свет 15 кВт. Вода центральная, индивидуальные дренажные септики, на каждый дом по 8 кубов. В перспективе планируется газ, который уже подключен в другие дома на этой улице. Площадь участков, которые на сегодняшний день находятся в свободной продаже, составляет 7,8 и 5,5 соток. На обоих участках уже начато строительство домов площадью 130 квадратных метров, которые будут облицованы фактурной штукатуркой. Также на данной застройке предусмотрена площадка для разворота 16 на 16 метров для тех участков, которые находятся через проезд. Теперь с вами переместимся на улицу Механизаторов 7. Здесь уже возведены коробки домов 130 и 135 квадратных метров на участках по 7 соток каждый. Дома также будут облицованы декоративной штукатуркой и оснащены такими же коммуникациями: свет, центральная вода и септик. Наши постоянные зрители уже знакомы с нашей застройкой на улице Восточной, а для тех, кто на нашем канале впервые, расскажем поподробнее. По адресу Восточная 31 располагается 5 участков с домами от 105 до 130 квадратных метров. В свободной продаже на данный момент имеется 2 дома площадью 105 и 110 квадратных метров. Из коммуникаций здесь помимо света, воды и септика еще и газ по меже. Еще одна наша застройка находится на улице Мира 122. Здесь находится небольшой участок на 5 сотках земли, где уже начато строительство дома 130 квадратных метров. Отделка фасада будет выполнена из силикатного кирпича. Хочу отметить очень хорошее расположение участка недалеко от магазина, школы, остановки, почтового отделения. Также вы можете видеть, что улица асфальтированная, а сам участок угловой. Размеры этого участка 31 на 16 метров. Коммуникация, свет, вода центральная и септик. Друзья, в таком виде будут сдаваться наши полностью объекты, которые вы сейчас посмотрели. Мы сдаем нашим клиентам дом под ключ со всеми коммуникациями, свет, вода. Если где-то есть на меже газ, то мы подводим и газ. Поэтому обращайтесь к нам. Если заинтересовало наше видео, поставьте лайк. Обращайтесь к нам по телефону, который вы сейчас можете видеть у себя на экране. Задавайте вопросы, пишите комментарии, и мы будем отвечать. И можем подобрать вам дом вашей мечты у нас в Анапе, в станице Гастагайец. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока!